Всем привет! С вами Азриэль. Сегодня мы поиграем в игру Underpants. Что ж, начнем. Я тут уже играл там. Но это реальная игра. Тут очень можно над чем поржать. Привет, меня зовут Флауи. Флауи цветочек. Но подземелье, да? Ну, не волнуйся. Я твой новый друг Флауи. Буду тебе помогать. Если ты душу, это твоя душа. Короче, это... Она тебе очень нужна. Вести ЛВ. Скоро ЛВ. Любовь, конечно, это. Нужна любовь в подземелье. Ты хочешь любви, правда? Угу, после этих слов обычно будет... Ну ладно. Не волнуйся, я дам тебе ее. Потом... Любовные пузырьки. Учи. Не-не-не-не-не-не. Я не могу поверить, что ты в это поверил. Ты идиот. Не могу перевести. Теперь умри. Дитя, я Триэль. Дай мне тебя похилить. Я не знаю, мне зайти к себе домой. Там. Ладно, забудем. Когда ты наткнешься на монстра, ты вступишь в битву. Если будешь сражаться... Ну, в битве ты должен подружиться с монстром. Ты должен быть... I don't want Billy juice all over the floors. Короче, там... Забудем. Не знаю, как это переводится. Попробуйте с манекеном. Появляется манекен с ножом. Мы сказали манекен, какой нее было. Манекен восхищается. Победили. Здравствуйте, мой дитя. Теперь продолжим. Потом... Теперь идем ко мне домой. Разражаться не буду. Никто не даст. У меня есть несколько дел. Кто здесь? Мы все в моем доме. Ну, стоп. Плачу. Пока не знаю, что было. Он понимает вас, вроде как. Переводится. А как тут стоит? Нет, это не получится. Плачем. Если почти с обстановкой. На обстановку было лучше. Все-таки попал. А, все, его можно почистить. Вы победили. Я открываю здесь. Я просто хочу быть один. Сегодня я встретил, и... Это было очень хорошо для меня. О, я на твоем пути. Уйду. Мой дитя! Я сказал тебе оставаться. Знаешь, ничего. Я рада, что ты здесь. Идем в мой дом. А, то есть я что-то сделал для себя. Эти руины наполняют вас. А, вот
вообще-то эта тень давно не страшная. Ну, лучше вам сохраниться. О, вот где мое дитя. Я приготовил для тебя пирог. Не хочешь попробовать, пока я здесь стою? Этот пирог невозможно разрезать. Почему? Безумный программист. Блин, опять забыл перевод этого слова. Образно. Идем не собственно. Дитя, я бы сказал тебе там. Брал пирог? А, его нельзя разрезать. Ну тут тебе спать наверх. Я не хочу тебе навредить, я просто уничтожу выход наружу. Я предупреждал тебя, мой дитя. Если ты не уйдешь, я хочу что одно проверить вещь. Сможешь ли ты... Силен ли ты, чтобы выжить? Дрель блокирует путь. Хорошая музыка. Чё? Ничего не послышалось? Реально не послышалось! Это орущая коза! Ладно, давайте. Вы не знаете, что сказать. Пожалуйста, да не назад. Где-то очень сложно. О, бьем ли мы козы? Вы орали как коза. Дорели. Ну что-то задумалось. У, вот это вот самая опасная правда. Еще раз. Ё-мой, можно так. Еще раз. Вы видели? Нифига себе, сколько золота. Извини за это, мое дитя, что останавливало тебя. Я всё-то хотел спасти тебя. Ну, я не могу тебя остановить. Из опасности. Ну, собственно, выходим. Спасибо, что играли в демо игры Undertale Underpants. Надеюсь, вам это понравилось, и вы будете сыграть и в полную версию, когда она выйдет. А на этом у нас все, друзья. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. С вами был Адриэль, всем удачи, всем пока.